Церемония награждения прошла в Кремле в рамках проведения заседания Совета по развитию физкультуры и спорта. Вручал государственные награды президент России Владимир Путин. Кроме организаторов игр, награждены также тренеры и руководители спортивных федераций. Напомню, Международный олимпийский комитет признал высокий уровень организации игр. По целому ряду критериев Сочи стал лучшим городом-хозяином за всю историю игр. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, сегодняшнюю награду оцениваю как награду всему городу Сочи, каждому жителю города Сочи, который готовился и достойно провел Олимпийские игры. С другой стороны, Владимир Владимирович, это не было возможно никогда, если бы не ваше личное участие, если бы не участие правительства Российской Федерации. Сегодня мы имеем действительно замечательный курорт, действительно туристический центр, и приложим все силы для того, чтобы не подвести, чтобы он работал достойно. И хотелось бы всех россиян пригласить к нам в Сочи, в новый Сочи, красивый Сочи, гостеприимный Сочи.